наше дерево. Вроде вот этой ветки не было. Тут ее заломали. Свежий заломчик. Орехов нету. А я опять выкладываю орешки на подкормку. И хочу увидеть, кто их берет. Я думаю, что это белка, но на самом деле это может какая-нибудь другая зверушка. Опять я на прогулке. Час свободного времени. И можно осветить какую-нибудь тему. Ну, например, тему наркомании. В Индии, когда я был, я встретил одного человека. И он мне рассказал, что, говорит, он сам немножко наркоманил и избавился от этой зависимости тем, что стал голодать. Что делает голодание? Голодание, естественно, не двое, не трое суток, а где-то недельку 10. Оно позволяет вот эти все вещества наркотические, которые вошли в обменные процессы и во время ломки требуют, толкают человека на то, чтобы он вот принял очередную дозу, они быстро выходят. И, как он мне сказал, ломка идет без вот таких вот проявлений. То есть легко, мягко, все это быстренько вышло. Я еще разок напомню, некоторые вещества на голоде выходят из организма в 1000 раз быстрее. Поэтому важно создать условия для того, чтобы они вышли. И когда вы их создаете, а голод это создает, можно одновременно пить дистиллированную воду, которая побыстрее в себя убирает разного рода вещества. И вот, и тем самым этот процесс так это мягко спустить и отказаться от наркомании. Я понимаю, что сначала человек туда попадает, ну ему интересно, как это действует, как это работает, вот что это дает. А потом, когда он убеждается, что эта штука просто-напросто высасывает его жизненную энергию, кто видел наркоманов со стажем, тот знает, они такие высохшие, то есть все высосал с них наркотик. Так что можете взять этот метод на вооружение. Голодание, то есть для того, чтобы, если вы желаете избавиться от этой привычки, в первую очередь надо уединиться и начать голодать. Пить воду желательно дистиллированную, и где-то дней 10-15. И вы будете чистенький, как огурчик. Далее выйдете и постарайтесь подальше держаться от этого. И все будет нормально.